părere aveți despre integrarea Moldovei în Uniunea Europeană? Pozitiv. Din ce cauză? Cred că s-a îmbunătățit ulec viața la noi. Cum trăiește lumea în țările europene și cum noi suntem departe de deși, cred că așa opinia mea. Bine, și cum vedeți faptul acesta că să facem unirea cu România? Cred că e bine. Cunoașteți salariile, pensiile din România? Ele sunt așa, de 3-4 ori mai mari decât în Moldova. Nu în detailat, dar cunosc cât și ceva. La deși medicina mai dezvoltată, învățământul mai dezvoltat decât la noi, ei mai civilizați și salariile sunt decente. Noi, moldoveni, avem și beneficii, putem merge în România să învățăm. Da. Нам, молдаванам, еще расти и расти, потому что у нас, помимо менталитета, у нас еще культура очень низкая, поэтому нужно, чтобы дойти туда, нужно вырасти сначала духовно и в других таких же направлениях. То есть вы считаете, что нам стоит двигаться? Стоит двигаться, но... К этому направлению. Да. Но все-таки нужно сам, каждый человек, чтобы как-то стремился к этому и развивался, и старался, конечно, потому что если мы будем такими темпами, то мы здесь и останемся. Мы знаем, что Европа, она инвестирует, и другие страны. Более легкий путь к евроинтеграции – это объединение с Румынией. Считаю, что Румыния нам ничего не даст, потому что эта страна не была настолько богата, как бы и вообще не была столь развита. Она развивалась с помощью Европы. Европа – это что? Это уже другие страны, которые были давным-давно изначально как бы Евросоюзом. А просто нам объединиться с Румынией, ну что в этом такого будет? У них такая же страна, как и у нас. Есть и богатые, и бедные люди, то есть как и в каждой стране. Ну, будем стремиться, будем развиваться, будем желать, наверное, это, потому что это все-таки во благо человека. Я думаю, что это неплохой шаг.